Начинаем мы выстраивать принцип клина. Это очень важно для понимания того, что мы будем делать сегодня на семинаре по часалу. Без этого ничего не будет работать. Треугольник клин, его геометрия, вот я выстроил из палок. Смотрите, запястье на центральной линии. Если я веду руку неправильно, не по линии клина, не будет задачи составляющей, не будет эффекта в упражнении абсолютно в часах. Первое. Второе. Видно, я сохраняю запястье на центральной линии, а все равно руку не двигаю по линии клина. Тоже неправильно. Я двигаю руку вот так тоже. Это не есть верно. Четко посмотрите, по линии клина нужно двигать. Тогда будет работать упражнение, которое мы сегодня будем выполнять. Это ошибочно. Посмотрите, по линии этой палки мы идем, да, по составляющей треугольника. Кто не понимает, берите палки, выстраивайтесь и вперед работаем. Запястье на центральной линии, а локоть двигаем предплечье по линии клина. Посмотрите для примера. Смотрите, если я делаю такую халтуру, но не будет ничего работать, он легко проходит. Срезающая составляющая отсутствует. Я использую просто мощную силу, это не будет принципом ничего изучать. Минчун — это не спорт, это не мускульная сила, это структурная сила. Это важно понять очень. Я не использую сейчас силу. У меня выстроено тело в единую структуру. Да, я легко могу перенаправлять его силу. Я не делаю вот так, в сторону сбиваю или вверх. Если очень быстрый удар будет, это будет переигрывание, кто кого. Это не верно, венчун, это будет хорошо. Многие не хотят этого понимать. Венчун — это очень простая система, вы должны просто переключить в мозге. Мозгу переключать, или все начнет работать. Если вы не поймете этот базовый принцип, венчун не будет работать. Поработайте пару минут, чтобы потом было просто изучать часалу.